Добрая ноченька. А че вот здесь на улице как бомж сплю? Мог в машине у себя тогда уж поспать. А я вообще спал, а я не знаю, спал я или не спал. Так, надо пойти для начала забрать. Ха. Кстати, приятного аппетита, не знаю, мне кажется, что кто-то где-то ест. Я прям чую, как воняет прям едой, прям пахнет. Так, ладно. Блин, что я делаю-то? Так, а, это пунктуация. Я думал, это по строчке. Так, ладно, у меня что-то эти гранаты уже там, в смысле, перебор, я скажу. Так, а ты что, птица? Ты ж ведь даже не настоящая птица. Так, я же другой птицы, не паука, я не знаю, как ей помочь, поэтому пусть эта птица говорун сама себе там помогает. Так, ладненько. Искал вчера, непонятно сколько, ходил, искал, все обошел, где, говорит, этот... Что там было? 7-12-4. По-моему, это вот сюда мне надо. Вот все обошел вчера. Вот в соседнюю дверь же заходил, а в эту не зашел. Ну вообще молодец, а. Так, что там было по телевизору? Какой там код-то показывали там? Сейчас, секундочку. Сейчас найду. Так, 7-12-4. Так. Не, подожди. 7-12-4. И чё, а как это работает тогда? 7-12-4. Ты чё, чё-то не то делаю, что ли, или чё? Всё правильно было, 7-12-4. Я на несколько раз пересмотрел. Не, надо подержать в этот момент сколько-то, или чё? Семь есть, 12 есть. И 4 есть. Мне ж не надо на каждом этом дернуть так. Да нет, по-любому. Где что, какая-то шутка, что ли, или что? А почему не открывается-то? 7-12-4 было. Или я как-то это неправильно открываю, я как-то что-то неправильно делаю. Ну, типа с однёркой. 7-12. А может быть вот так дальше пролистать? 4. Нет, так не канает. 7. А может быть надо посмотреть, с какой стороны, слева направо или справа налево? Вообще. Вообще. Я бы сейчас посмотрю, он будет как идти, по часовой или против часовой. Вот, наверное, вот этот момент я не учел. Да, мне кажется, как-то так, мне кажется, все это произошло. Сейчас пойдем в офис, разберемся. Ох, как разберемся, стоит он там, радио ходячее. Там жаба все сидит, скучает. Скучает жаба. Скучает там опять. Ах, жаба. Пойдем-ка танцевать. Так. Вот это идет у меня по часовой. 12 против часовой. И 4 опять по часовой. Понятно. Понятно все стало. Значит, сначала по часовой, потом против часовой, потом по часовой. Ага. Вот так вот, жаба. Ты все запомнил, жаба? Молодец, что все запомнил. Я смотрю, у тебя лицо доброе. Молодец, можешь сидеть здесь. А я пока пойду куда-нибудь. Не знаю, куда, просто куда-нибудь пойду. Гулять с собаками. Давай-ка посмотрим. Так, сейф у меня здесь снизу.
И что ж, что-то там, наверное, такое нужное, нужное для меня лежит. Я с собой какие-то всякие ключи таскал. Нафига я их с собой таскал? Кто мне там, интересно, сверху лежит? И чем там занимается? Ну, просто лежит, что ничем не занимается. Не, ну, главное, в прошлый раз. Я же доходил вот до этой двери. Что, я вот левее не мог в соседнюю дверь, что ли, зайти? Ё-моё, а! Так, давай. Так, вот, по часовой. Потом против часовой. Потом опять по часовой. Отлично. Отлично от обычного. Предохранитель. А нафига мне предохранитель? Не знаю, не знаю, не знаю. Там же все вставлено, предохранители и так далее. Вообще без понятия. Без понятия вообще. И куда мне этот предохранитель? Предохранитель, окошко которого нанесет символ. И что, и куда, и зачем? Ну ладно. А я без понятия, куда и зачем. Я также без понятия, куда очки. И вообще, я птице не помог. Короче, пойду туда. Блин, с этими собаками столько патронов. Так, все, везде, все забрал. Могу со спокойной душой все идти. Так, давай-ка вот это все дело мы сейчас растворим. Нанесем химикат. Наконец-то едем дальше. Едем дальше, наконец-то. Мы поехали наверх, починим наконец-то. Чтобы все было замечательно у нас. Давай-ка поднимаемся. Смотреть. В одиночестве я брожу по мрачным улицам города. Районы безлюди рвут на части корпорации, то что стервятники тушу мертвого зверя. Повсюду здания в аварийном состоянии. На расколотых плитках мостовой тут и там поблескают осколки. Неподалеку стоит осевший на спущенных шинах автомобиль. Сердце нашего города выглядит так, будто недавно здесь велись боевые действия. Светофоры до сих пор работают, и это придает окружающей разрухе нотку сюрреализма. Почти все окна зашторены, за каждым одинокий человек перед телевизором, сидящий в темной комнате. Страх съедает меня изнутри, мне кажется, будто я стою на краю черной ямы, вот-вот упаду в бездну, где я останусь навсегда. Рядом никого нет. Даже здесь, в самом центре города, я нахожусь в полнейшем одиночестве. Вот так вот, вот так вот. Так, а что-то можно было там еще с теми сделать? Что-то мне такое чувство, что вот тут уже прям вот чуть-чуть и вот и все прям будет. Нифига себе, тут веселые картиночки. Прям такая, типа, картонная комната, да? И там кто-то сидит, играет. Ну, это молодец, что можешь себе позволить поиграть. Что я тут еще могу сказать? Эта музыка сводит меня с ума. Мне кажется, или там какой-то паук? Здравствуйте! У вас все нормально? Это в натуре паук какой-то сидит. Просто сидит паук и просто играет. Так, а мне жетончик здесь есть какой-нибудь? Дайте жетончик. О, отлично, есть один жетончик. Все, замечательно. Это хорошо, когда есть один. В смысле, мне... Надо будет коробку этот открыть. Ой, я даже не буду читать, это все равно смысла нет особо читать. Ну ладно. Арнольд, что случилось? Что ты ищешь? Кошку. Твоя кошка пропала, ты ее везде искал? Да. На кухне смотрел в спальне во дворике. Арнольд кивает, ковыляет пианино, берет ноты, протягивает Рикки. Я написал песню, вижу. Хочешь, чтобы я ее спел? Вместо ответа Арнольд начинает играть на пианино. Рикки поет. Песня «Плач по кошке». Пропала моя кошка, я очень грущу. Кошку свою нигде не нахожу. Кошка, 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 где тебя искать? На своем матрасике не стала ты лежать. Вот. Уп! Да, детка. Так, все, ладно. Короче, вы, видимо, Арнольд зовут. Так, я газировку взял. Забавно, забавно. Надо будет ключ найти. Не, ну забавненько, забавненько. Давай-ка делаем вот так. По-любому надо.
чтобы вот это все там не повторять, там вот эти все телодвижения, так сказать, лишние. Шикарная, великолепная игра, Андро Арнольд, мне очень нравится. Так, а вот этот рычаг можно нажать? Или типа света пока нет, нельзя? Арнольд, у вас все нормально здесь как? Арнольд, не слышно вашу великолепную игру? Вот, отлично. Опять заиграли. Ох. Вы прям скребете по моей душе, Арнольд. Так, ну ладненько. Пойдем по порядочку, видим, по комнаткам. Каков красавец! Мамочкина гордость! А, ну это, кстати, он же тогда вот на улице был. Так, мне надо найти. Так, мой дом. Взять карту апартаментов. Давай возьмем карту апартаментов. Кстати, тут сейчас вообще можно, с учетом, что, мне кажется, это последняя лока, можно вообще всех связывать, если кто-то вообще где-то будет, конечно, еще стоять, мешать. В смысле, это компьютер у него, и вот компьютер есть у него. Свич. Так. Прикольно, слушай, в гоночки можно поиграть. Гоу, поехали. Так, ладно. Так, это что у нас? Картинки. Давай-ка картиночки все посмотрим. Так, носок тот самый, кстати, давненько его что-то не видно. Я еще, по-моему, немножко подстрелил. Он, может быть, на меня чуть-чуть обиделся. Так, что здесь есть еще? Документы есть. Где мой что-то там, не знаю, где мои носки. Рыба. Кот, найдите моего кота. И не знаю. Привет, кто ты или что там было? Закрыто. Логин. Камера А. А, типа, это что за ФНАФ? Кажется, звук доносится из другой комнаты. Так, я что-то, короче, где-то открыл. Так, вот это мы возьмем, вот это заберем. Видимо, там где-то открылась стена. И там какой-то ништячок внутри. Вот, наверное, может быть, вот эта комната. Нет, не эта комната. Так, ну ладно. Что у нас здесь есть? Думаю, сюда можно что-то поместить. Что-то будем сюда помещать. Хорошо. Сюда тоже можно что-то поместить. Что-то мы будем, наверное, готовить. А, вот у нас здесь. Рецепт. 5 часов это ключ. А чтобы сделать ключ... Я не совсем понял. Так, ну, кулинария никогда не была моей сильной стороной. 5 это что, 5 минут, типа, подождать? А, вот это мне все надо. Я... Все, короче, понятно. Вот это мне все надо. В смысле, что значит в дверь? Так, ладно. Так, помидор банки, это я все возьму, это я все понял. Думаю, сюда может что-то поместить. Это все в холодос надо будет на 5 минут, и это ключ, да, будет у нас. Офигеть. Так, ладно, я сюда вернусь, потому что, я так понимаю, мне место понадобится сейчас. Много места. Так, соседняя комната, в которой что-то открылось. Где ты? Здорово, родная! Так, я тебя склею сразу, мало ли, может быть, я в эту комнату еще вернусь. Так, я взял ключ. Меня закрыли здесь. После того, как я взял ключ.
То есть я сейчас тут что-то буду с готовкой, да, мутить? Так, и куда мне вот это вот надо? Банан, яблоко и так далее. Я не совсем понимаю, куда это надо поместить. Что вообще здесь происходит? Так, подожди, все-таки значит у меня в самой первой комнате что-то открылось или как? Или где? Там, где вот звук донес из соседней комнаты. С какой соседней? Вот, где-то вот какая-то картина открывается. Там что-то розовое. Так, очень интересно, ничего не понятно. Заперто с другой стороны. Что-то где-то доходит с другой комнаты. Так, ладно, сейчас готовкой будем заниматься тогда. Что прекратил-то? Давай, 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 шедевры свои играй. Я не понимаю, все-таки... Что-то где-то какая-то картина открылась. Может быть, это типа ключ открылся? Ты что меня так пугаешь, мать? Вот что реально, где я, что меняю? Ладно, фиг с ним, короче, фиг с ним, совсем. Так, пойдем готовить. Так, что мне надо? Молоко. Чего, кого? О, батончик шоколадный, спасибо. Балуете вы меня. Вот это С, это что такое? Молоко и С. Вот молоко. А где мне вот это С взять? Я забыл, из чего сыр делается. Ну, из молока еще и это. Ну, типа, там, я не знаю. Сыворотка, не сыворотка. А где? А, вот, может быть. Нет, нет, нет. А может, мне просто в этот шкаф надо запихать? Типа, взял молоко. Запихал в шкаф. Во. Все, сыр делается. Я вообще думал, вот это, короче, банан. Прикинь. В смысле, в ящике нет инструментов. А, ну молодец. Так, давай-ка я сейчас лишнее уберу. Что мне пока что никак не пригодится, потому что сейчас это долго сейчас готовить все это дело и так далее. Тут прям сейчас серьез и надолго тут по-серьезки взяли за все. Так, давай вот это вот уберу сразу. Так. Вот это тоже вот давай убрать. Все, место есть, места хватит. Так, вот это вот зачем я этот предохранитель взял? Ладно, пусть будет. Потом вернусь, пока у нас тут великий наш играет. Так, здесь еще пазл надо собрать. Кажется, этот пазл. Ничего, соберем мы твой пазл. Конечно же, соберем. Не волнуйся. Сейчас мы приготовим все это дело.
Мне вообще в ту комнату заходить, и вообще было бы нормально. Тогда бы точно приготовил. Че вот это вот где открывалось-то, я так и не понял. Че где открыл, непонятно. Та-та-та-та-та-та. Так, где готовка у нас здесь? Так, взяли. Потом сыр нарезали. Так, давай берем. Нарезали сыр. Во, нарезали сыр. А. Так. То есть сыр мне надо в холодильник. Давай в холодильник поместим. Вообще есть рай. А если оно ниже, да, не могу туда. Вот же для сыра место. Туда не помещается. Так, ладно. Томаты возьмем. Возьмем томаты. Порежем. Вот эту штуку. Потом эту штуку мы вот запихаем сюда. Это типа микроволновка, что ли, или что? Так. Так, давай-ка. Да ладно, неважно, в принципе. Мне кажется, там особо разницы нету. Так, теперь берем вот эти штуки. На 20. Двадцать чего-то. Может быть, надо было посчитать. Чего-то 20 пройдет и что-то произойдет. Может быть, оно типа сварится, приготовится как-то или что, или как. Не смотреть. Типа мне надо не смотреть туда. Че я сейчас занимаюсь? Я картон, с картона что-то готовлю. 20 чего надо подождать. Так, все что надо я забрал. Это по... А, во, все приготовилось. Отлично. Теперь. Все это время так 5. И все, у меня должен ключ получиться. Опа, походу получился. В натуре получился. Я, короче, вообще думал, что это сейчас будет намного заморочнее, там что-то нам намного прям это. Ожидал прям что-то прям жесткое. Так, а что заперто? А ключ тогда чего? Подожди, я что-то не понял. А ключ тогда чего? Ключ же я взял. Кусок картона, которым нарисован ключ. Значит, я должен уметь открывать все. На всякий случай возьму все-таки. Так, здесь можно вот этот убрать. Все, и шоколадку можно убрать. Эти вообще колышки мне зачем? Это я еще два ключа до этого убрал. Так, у меня есть ключ. Здесь заперто с другой стороны. А ключ у меня чего тогда? А чего ключ-то? Не, ну вряд ли мне... Не, вряд ли мне надо здесь что-то делать. Опа. А! Это место для... Так у меня ключ есть. Так вон ключ же. Кажется, это место для ключа. А чё? А может, какого-то другого ключа? Так, а назад это куда?
Так, нет, вряд ли здесь что-то нужно. Типа, все, приехал, молодец. Тут и раскидывайся. Так, возможно, где-то еще есть полочка, куда подойдет вот этот ключ. А у меня, наверное, пока не тот ключ. Так, вы тут валяетесь. Может, я к вам буду часто заходить, поэтому я вас и связал. Так, давай по порядку, пошли по комнатам. Первая комната. Чё здесь? Осмотреть. Я, ну, молодец. Заперто. Ну, типа... Мне такое чувство, что у меня я что-то вот где-то какой-то момент пропускаю. Так, давай сюда. У нас здесь что? Вот картина. Где-то картина за что-то убирается. Шум-то какой-то создается, главное. Я вот не вижу вообще никакой разницы, что до, что после. Так, ну ключ торчит. Значит, там, где я картину открываю, все-таки... А, вот здесь, может быть, сейчас что-то открою. А здесь вообще ничего никуда не подходит. We called her Liliana for short. She got her name from my grandma, who I called Liliana, but my mom called her Liliana. And there's Liliana. Что вот это вот? Вот, я открываю где-то, вот, как будто комнату. Целую комнату как будто открываю. Большую картину где-то типа открыл, и там что-то вот находится. Я не могу найти где. Где я это делаю? Здесь вообще ничего нельзя сделать. Я комнату, может, где-то упустил или что? Ну здесь тоже ничего такого нету. Это все продолжает играть. Требуется активация. Ну допустим. Активация ему требуется. Пазл. Здесь пазл надо собрать. Это тоже понятно. Где картина открывается-то? Прям реально там рисуется где-то в соседней комнате. В какой нафиг соседней комнате? Я вот ничего не вижу, что в соседней комнате что-то где-то открылось. Здесь заперто. Ладно, может быть, я куда-то там потом как-то пройду. Давай решить вот с этим. Вот как мне вот с этим решить вопрос? Яблоко, что-то груша, виноград. Что мне с этим надо сделать? Засов не дает открыть дверь. А я же могу другой ключ положить, да? Во! В натуре вот мне для чего надо. Картонный ключ я же для этого и сделал. Ну я тупой, конечно, а? Так, все. Отлично. Так, где там этот? Вот здесь. Так, скотч и деталь пазла. Есть, есть. Пойдем снизу глянем, что у нас где есть. Деталь пазла. Где-то еще третий пазл. А подожди, у меня сейчас может быть туда картине этот подойдет.
ключ. Ну что, у меня теперь нормальный ключ не нарисован. Я думал, мало ли, может, в этом нарисованном мире, может быть, типа и картонные ключи будут канать. Открывается фиолетовым ключом пятиугольником. Все. Куда-то пошел. Офигеть. И вот тут, наверное, за стенкой я что-то открыл где-то. По-любому. Сто пудов. Так, басик у нас, да, здесь? Так, они на меня даже не... Да нет, они на меня падают. Так, я ухожу отсюда. Так, и здесь, может быть, картина какая-нибудь открылась. А, теперь мне надо взять книгу. Книгу взять и расположение вот этих картин. Все, я понял. Я понял. Ё-моё, а это что вообще? А что такая свой сбор? «Зимняя песня кукол», восьмой фильм франшизы «My Friendly Neighborhood» начал праздничную неделю с весьма скромной кассой $1.5 миллиона. Это верный признак того, что студия и близко не удалось отбить производственный бюджет в 25 миллионов. Беда, беда, беда. Так, давай-ка берем все это дело. Так, и сейчас я, наверное, выйду, получается, через ту дверь, которая туда к этому ведет. Идите нафиг. Так, а за стенкой что-то где-то у нас открывалось. Вот, да, я вышел сюда. Сейчас я эту фигню законспектирую все. Так, давай, 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 пошли, пошли, пошли сюда. Интересно, где я, что за стенкой что-то вот открыл? Вот этот вот момент непонятен, там пазл лежит. Так, давай. Первый. Чем вообще занимаюсь, а? Так, первый. Ага, есть. Второй. Есть. Третий. Есть. Четвертый. Есть. Пятый. Есть. Все. Все везде есть. Больше нету здесь ничего. Пошли, пошли отсюда. Пока там паук играет у нас. Так, ну хорошо, я возьму еще один пазл. Все-таки вот с этой фигней открываюсь, я так и не понял, что и где это открывает. Я понял, что это открывать где-то то ли картину, то ли дверь в стене, в смысле, и там вот как раз должен находиться еще один пазл, но я не могу найти. Идите нафиг! Я топтал вас! Не, главное, по этим нормально попадаю, извините, ребятишки. Так, а там, главное, в смысле, в прошлый раз он там входил в одном месте, вообще попасть не мог в упор. Так, здесь у нас типа кафешка, какой-то парк. Я думал, здесь что-то где-то, значит, открылось. А что, тоже не здесь, что ли, открылось? Так, давай. По порядочку. Первый у нас... Кто там был? Ты-ты-ты-ты. Первый там вот такие, типа, как... Вот, вот этот первый. Нажали. Так, второй. Второй у нас собака вот эта улыбака. Нажали. Третий. Вот, вот это вот творчество у нас третий. Есть. Четвертый. Так, вот эта фигня. И пятый. Где у нас там? Вот он. Во, отлично. Еще один пазл. Все. Мне надо где-то найти вот эту фигню, где открылась стена. Я, может, где-то пропустил все-таки. Или что? Или как? A, B, C, D, E, F, G. Где-то, то есть, есть какое-то место,
где я вот так взял, открыл? Что-то, где-то, я не могу понять, где. Типа, да, нашел, где-то в соседней комнате что-то открылось. Чего, где открылось, я без понятия. Подожди. Это вот, кстати, вот на это место похоже. Может быть, я не в том положении держу? Подожди, к этому на ту фигню похоже. Так, что у нас вторая комната, по-моему? Давай, пойдем во вторую комнату. Ну вот это на нее похоже. А, ну это все, я понял, это я к шкафу открывал, к этому, все это понятно. А где мне еще один пазл-то взять? Надо что-то с этой картиной, наверное, придумать тогда, вот в первой комнате. Все это я понял, что это вход к шкафу. Я не мог понять, что и куда я открываю. Да тут даже шкаф не нарисован, к которому я подходил. Надо в первой комнате разобраться, что мне осталось сделать вот здесь в первой комнате. Ми, чё мне сделать-то с этим, с тобой? Осмотреть. Зачем я её осмотреть могу? Порисовать я не могу. Я, то есть, я ничего не могу сделать, ни с чем взаимодействовать, кроме вот этой фигни. И чё, и кого, и как мне сделать тогда? Странно, непонятно. О, жетон ништяк. Жетон это очень-очень сильно хорошо. Так, давай-ка найдем все-таки, что с пазлом, с последним. Сюда можно что-то поместить. А зачем сюда что-то помещать? Ну, теперь все, что можно, забрал. А что туда можно и зачем поместить? Просто как-то можно взять что-то, что-нибудь поместить. Не, ну вот все, тут все взято. Типа здесь все решил. То есть мне с первой надо что-то с картиной сделать или что? С чем мне надо что-то сделать? Здесь я ключ брал. Так, здесь на полочках больше ничего нету, да? Так, вот это здесь был ответ на ту загадку. Я не понимаю, что от меня надо дальше. Где-то вот еще одна загадка, не загадка, которую мне надо найти. Вот, последний кусочек пазла остался. Может, что-то все-таки в этой фонтане было, например. У тебя нет ничего пазла, нет, братан? Братишка. Давай опять тут прогуляюсь. Так, ну давай сразу, потому что если я найду, мне, в принципе, там не так уж много чего-то надо сделать. А тут я уже просто дофига делов по делу. То есть, если я найду, где последний пазл, кусочек. Так, давай внимательнее, везде смотрим. Может быть, он там где-то, вот на этом кафешке вообще просто лежит где-нибудь на столе, например. Я его просто не заметил. Здесь просто все осмотреть.
и чё? Сыр тут и так далее. Но здесь вот ничего не берется. Ничего здесь не берется. Это какой-то зоопарк, я так понимаю. Здесь, наверное, животные какие-то или что-то в этом роде. Или этот. Где всякие эти растут растения. Не зоопарк, вот, да, наверное. Там, короче, оранжерея, как ее. Так, давай я здесь пока... Так, вот здесь с картинами все, разобрались, то есть все открыли. Может быть, в комнате с бассейном что-то есть все-таки? Давай я внимательно здесь посмотрю. Пока есть сохранение. То есть я пойду сейчас здесь внимательно все смотреть. У нас есть большой бассейн. Ну вообще, вот это чё? Ну вообще гранату надо, кстати, использовать. У меня 5 гранат этих. Я им вообще все могу закидать. Вот это здесь есть. Может, что-то вот здесь можно сделать? Куда? Блин, где последний кусочек пазла? Я не понимаю, честно, серьезно. Они тут лежат, валяются. Может, где-то здесь прям лежит. Или с картиной. Вот меня смущает, что с картиной можно что-то типа сделать. Ну, это я просто вот назад сейчас вернусь и все. И чё? И кого? И куда? Просто вот на каком-то моменте непонятном застрял, в смысле, я не могу понять на чем. Да, вот здесь вот открылось вот это. Вот здесь в комнате вряд ли что-то есть. Она даже не картонная. Патроны есть зато. Молодец. Ну точно мне отсюда не ехать же надо. Зачем я в сейфе этот нашел, тоже для меня непонятно. А может быть то, что я в сейфе взял этот, мне надо найти код там для этой тарелки, ставить. Так, ну давай, допустим, я сейчас туда схожу. Окей, окей. Так, мне как туда добираться-то? Вспомнить бы. Так, а где у меня ближайшие эти есть шмотки? А, ну вот сюда в сад зайду. По тихой грусти. Так, смотри. Сейчас я возьму здесь этот. Вот эту штуку. Я пойду вниз. Там была дверь еще одна, которая не закрывается. А, то есть, когда я первый раз подбирал, там, то есть, открылась одна дверь, но там была еще другая дверь. Вполне вероятно, если я ставлю другой предохранитель, что откроется вторая дверь. Может быть, там что-то будет. Может быть, там будет подсказка для того, чтобы прийти в ту комнату, где был сейф, и что-то открыть. И что мне даст этот? Последовательность, например, для этих, для вот этой фигни закрытой, там, где сейф. Вот. Не знаю, сейчас схожу, узнаю. Блин, жалко, что жетонов нету больше, конечно. Это вообще не весело. Давай, поехали. Так.
Отстань от меня, вообще не лезь ко мне. Так, здесь я, по-моему, чела связал, если не ошибаюсь. Нет, я его не связал, а надо было его связать бы. По-хорошему. А я такой, я хотел, я такой, нет, я же здесь больше не пойду ни разу, нафиг я его связывать буду. Так, а как мне к той комнате-то пройти? Блин, ну то, что я вот этого здесь связал, мне уже, кажется, который раз фартит. Давай здесь пройду. Во, я там, где надо. Так, вот. Вот здесь просто вот эта дверь есть. Закрыт на электронный замок. Так. Все, я понял. Надо это... Файлы. Так. А где? Это я вообще не в офисе даже брал. Так, вот. Мне надо такую же найти. А я ее забирал с сейфа? Наверное, забирал все-таки. Вот, пики, потом звезда, потом бугби, потом черви. Пики, потом звезда, потом бугби, потом черви. Да. Что-то у меня этих пунктуаций уже, чё орёшь? Так, и чё, я куда-то поеду, что ли? И куда это я, интересно? Куда я щипаю? Я щи фиг знает. Фига себе, я щи куда-то пришёл. Ну вот совсем другое дело, так давно не было в отпуске. Фига я добрался куда-то. Так, выйти-то могу потом? Да, могу отсюда выйти потом. Так, сундук есть. Что в сундуке? Надо что-то вставить. Что-то здесь я, видимо, найду. Три штуки. Может быть, это сюда надо ставить? А, вот. Да, такие штуки, значит, найду, открою, значит, что-то будет. Блин, все патроны от пистолета потратил. А чё за фигня-то? Я ж кинул. Или только его убило? Да иди ты нафиг. А чё она вообще, в смысле, умирать будешь сегодня, нет? В смысле? Это Стёп какой-то или чё? Я офигею, нифига себе, я в нее обойму высадил. Так, ну ладно. Это сюда же улетел. Так, сейчас мы найдем третьих штук. Вот, еще одна лежит. Штучка, которая мне нужна. Отлично. Так, пойдем дальше. И где-то вот еще одно должно лежать, и у нас откроется сундук. Ну, наверное, здесь что-то сверху. Да, отлично. Все, все три нашли.
Надо, кстати, выпить. Так, что у нас тут в сундуке будет? А здесь просто оружие, да? Так, и два жетона здесь есть. Размер 8. Так, ну ладно, 8 я сейчас... Сейчас я 8 насобираю. Наверное. Так. Ну так вот. This'll bring him to a full stop. Вот теперь они у меня попляшут. Фига себе, у меня что есть. Искал медь, а нашел золото. Нет, это жестко. Вот это вообще жестко прям. Фига себе, я что вспомнил. Пришел сюда, мне значит вообще это нафиг не надо все дело. Так, ну ладно. Так, дробаш я теперь могу спокойно оставить. Значит, все-таки мне там надо пазл искать. Значит, что-то там с картиной связано. Ну вот, песок в ботинке набился. Так, все, дробаш я, значит, могу выложить. Вообще спокойно. Так, и чё, как это? Понятно. Это все очень быстро, все четенько работает. Так, мне в какой выход? В этот, в тот, не помню. Наверное, не в этот. Вот в это, наверное, все-таки мне надо. Ну все, давай, 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 пошли. Все, давай, поехали, поехали отсюда. Кто едет, тот доедет. Сейчас ходил куда-то. Вообще, вообще не тем занимаюсь. То есть мне надо вообще одно, я вообще занимаюсь другим. Просто надо найти пятый пазл. Где же он? Четвертый ли он там? Четвертый, там четыре не хватало. Мне кажется, там ответ какой-нибудь вообще прям это, прям... Простейший. Фига себе, пошел там куда-то, на пятый уровень вышел, пулемет нашел. Так, мне вот сюда. Так, поехали. Ну, как бы, чтобы не было каким финальным, типа, боссом, я к этому готов, по крайней мере. Осталось вот разобраться, что, куда мне нужно зайти, пройти и так далее. То есть, наверное, все-таки это где-то здесь должно делаться, мне кажется. Но не понимаю, где. Где один пазл, вот я упускаю, с чем я не взаимодействую. Мы с ним на одной волне просто. Так, давай-ка откроем здесь. Так, давай я, наверное, дробаш вообще уберу тогда. Ну, за нафига мне, типа, дробаш? В смысле, ящик за... Ой, ну, ё-моё, ну уж простите, извините. Сейчас освободим ящик. Так, это есть, это есть. Газировки нет. Так, давай тогда уж сразу. Раз уж два жетончика есть, это хорошо, когда есть два жетончика, еще один есть. Продолжаем искать, продолжаем думать, что же мне нужно сделать. Вот картина прям смущает. Вот в первом месте там есть картина. Что можно сделать с этой картиной? Как будто надо что-то с ней сделать. Ну, у меня ничего... Вот почему? Вот я могу осмотреть, а больше я ничего не могу с ней сделать. То есть это не жмется, не тыкается. Маркера не берутся.
Для меня действительно что-то вот непонятно. Вот это, может быть, если бы я мог бы взять, но это у меня не берется. Здесь просто выход и все. Где? Где я вот упускаю именно вот тот момент с пазлом? Может быть, какая-то картина там типа откроется? Нет, вот, то есть вообще взаимодействовать ни с чем здесь не могу. Вот только вот этот ящик и все. Для меня непонятно, где упущен один пазл. Вторая комната у нас. Там, где был компьютер. Может, на компе еще что-нибудь посмотреть? А подожди. А камера Б? Камера Б. Там же две картины, две камеры. Ё-моё, а! Вообще все так просто. Просто вообще что-то на ровном месте где-то запинаюсь, потом просто, ну такой глянул, там же, ага, картина, вот это, ну еще нарисовано. Не это, такой странно, значит, напротив. Ну, значит, просто вот справа картина сейчас открылась, и все. И все, и здесь пазл лежит по-любому. Вот он. Этот парюсь что-то. Парюсь что-то вообще непонятно, за что. Здорово, паук! Как у тебя, нормальные делишки все, нет? Че, все, сыграл? Хорошо, что теперь ты можешь нормально играть. Если бы ты не прекратил хаотично бить по клавишам, то что-то бы произошло. Может, не надо? Ня-ня-ня? Я даже ноты не знаю. А ну отпусти меня, ты! Ладно, ладно. Так, ща... Ту-ту. Нифига себе. Да, 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 именно так, братан, все. Ну вот, вроде неплохо вышло, а, дружище? Ну что, я пойду? Так, я помог Арнольду. Отлично. Нифига себе, мы поехали куда-то. На крышу, наверное, наконец-то. Нормально, Арнольд, давай, братан, обязательно еще увидимся с тобой. Может, гранату там с собой закинуть? Ну, без разницы, мне кажется, все. Так, все, у меня есть, вот, вот что у меня есть. Так, и куда мне идти, в какой... Так, ага. Так, я что-то могу здесь смотреть. То есть я просто могу стоп нажать? Информирую об отмене шоу My Friendly Neighborhood и розыгрыша студии МФН. Данное решение вступает в силу незамедлительно. Все активы, оборудование, включая кукол, съемочную площадку, стоит собственностью городской вещательной сети. Сотрудники должны освободить рабочие места до конца рабочего дня пятницы 22 июля. С уважением, Лоренс Блэксел, вице-президент по производству городская вещательная сеть. Fine. Ну здорово, видимо, придется все делать вручную. Ну да, как будто бы просто так бы, да, все помогло бы. А, я отсюда вот эту дверь открываю, понятно. Как будто кто-то сомневался, что сейчас просто так все сделается. Так, и что, и куда? А, вот лезьте. Нифига себе, у меня какие руки. Просто ужасные руки у меня какие-то. Я сам как кукла. Так, и что, я взял пулемет, который мне нафиг не нужен? Ну, спасибо, замечательно. То есть я его даже не попользуюсь, да, им? Раз чуть-чуть попользовался, и все. Надо было сразу тогда его брать. Ну, давай, полезли. Полезли давай на самый верх. Музычка играет. Леха лезет и грустит. Как же Леху замучил этот гайморит. Лезем и все выше. Выше все идем. Вышечку починим. И домой пойдем. Рабочий день закончился. Леха наш устал. Он изголодал. Так, все, ладно, давай, залезли. Так, еще выше, да? Все, давай, 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 лезем. Выше, выше. Вот чуть-чуть осталось. Все идет к концу. Давай-ка похлопаем Лехе молодцу.
Так, и что, у меня какой-то выбор будет или нет? Да по-любому какой-то выбор-то у меня должен быть. Что, я просто так забирался, что ли? Не, ну у меня же был там выбор... О! Гордон, тебе не обязательно это делать! Я не хочу, чтобы вы дальше вещали Рикки, это вредно для детей! Вредно? Гордон, мы хотим помочь им, а мы им нужны, и тебе тоже! Для чего? В смысле, Гордон, взгляни на город, в домах не горит свет, на улицах пусто, все разучились быть дружелюбными! Это город разбитых сердец, и всем этим людям нужен кто-то, кто вновь включит свет! Не думаю, что это ты, Рикки. Я сейчас носком общаюсь. Знаешь, почему наш шоу отменили на самом деле? У меня есть вес. И какая же? Потому что люди любят тьму больше, чем свет. С чего бы вдруг? Может, нам неприятно видеть, каких ошибок они натворили. О чем ты все толкуешь, Рикки? О нашем шоу, Гордон! Мы показываем людям, как быть дружелюбными! Они ненавидят нас, потому что на самом деле они не таковы! Не думаю, что проблем в этом, Рикки. Ты уверен, Гордон? Ты правда думаешь, что боссы в городской сети волнуют хоть что-то, кроме их банковских счетов? Или что люди не станут придумывать оправдания, чтобы игнорировать собственные проблемы? Ну же, Гордон, мы оба знаем, что в глубине души ты хочешь быть дружелюбным. Прости, Рикки. Гордон! 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 Нифига себе! Как я выжил-то вообще? О-о-о! С такой высоты упасть, да это нереально. Okay. Так, где это мы? Where are we? Это что вообще происходит-то? Что? Так! Иди сюда по одному, сейчас всех размотаю. Нельзя туда идти, слишком темно, еще добро наткнусь на что-нибудь. Hello? Hello? Gordon? Рикки, I'm here. Рикки, я слушаю. Гордон, слава богу! Гордон, ну и кто они? Плохие куклы? О, Гордон, я надеюсь, ты не узнаешь, мне очень стыдно, но мы не смогли держать любопытство. Ты о чем? Мы хотели узнать, что такого есть в других шоу, чего нет у нас. Раньше нам не разрешали смотреть телевизор, но когда нас отменили, рядом не осталось никого, кто мог бы нам помешать. Ясно. Вот мы и включили один из старых телевизоров, чтобы видеть что-то прекрасное. Но оно не было прекрасным. Оно было гадким. Нам казалось, мы убираем Гордона, с тех пор мы все немного странные. Ну, некоторые... Шикарно, и как мне отсюда выбраться? Ну, там где-то есть лифт, вроде бы, прямо в конце зала. Он заблокирован. Значит, надо отключить систему безопасности. Делать это можно в другой стороне площадки. Ну еще бы, если я отсюда выберусь, Рикки, сделаю из тебя шапку. У меня будет... Шапка из носка. Я в тебя верю, Гордон. Ты отлично управляешься с куклами. Сыпем по первое число. Спасибо за доверие. Так, фонарик, отлично. У меня есть фонарик, у меня есть пулемет. Поэтому я вообще топтал на все. Я просто на все топтал. Так, и что, и как мне здесь открыть что-то? Может быть, мне просто надо в другую сторону пойти? Да уж, райчик и прям недружелюбный. Friendly. Нет, а как это переводится, я не знаю.
Сейчас я вам тут всем покажу. Фига себе! В смысле, им вообще без разницы на все. Что ты такое вообще? Так, а это вернулся туда, да, на это место? Да ё-моё! А я могу в дом хотя бы зайти? Что не нравится, вот так передай своим друзьям! Я сейчас умру! Блин, у меня даже нету этого. Да чё за фигня, меня сейчас убьют, и откуда у меня начнется все это дело? Что мне надо с тобой сделать? Так, я чуть-чуть приоткрыл, мне надо, видимо, другие найти, чтобы приоткрыть. Может, реально куда-то проход есть? Да нет, здесь никуда проходов. Здесь все закрыто везде. Или она открывается просто медленно? Она, по-моему, просто медленно, но открывается. Да иди ты нафиг! Да, она реально открывается. Отлично, все, давай прощаться с тобой. И чё, я типа все сделал? Чё, все, чё, просто так? Я думал, там надо что-нибудь три штуки найти, там, рычага дернуть. Милые дети, мне очень жаль, но это будет последняя наша серия. Мне хотелось бы обратиться к вам лично и дать напутствие на будущее, в котором мы вас покинем. Наш мир бывает суров и страшен. Иногда трудно понять, что правильно, что неправильно, потому что мир сломан, и мы сломаны вместе с ним. Наши сердца пусты и мрачны, недружелюбны. В мире нет ничего, что могло бы это исправить. Красота, сила, пища, слава, все не то. Нам нужно, чтобы свет из неба спустился к нам, объял наши сердца и вернулся нас к себе. Свет, что есть любовь. В нашем шоу мы пытались показать вам малый отблеск этого света, и мое послание будет таким. Верьте в свет, иногда это бывает страшно и больно. Бывает, что добро и зло меняются местами, так что отличить одно от другого. В такие моменты боль сильно особен, но верьте в свет, несмотря ни на что. Только он спасет вас от тьмы. Вот так вот, вот так вот. Так, и что? То есть все, я могу уезжать или что? Сюда я так и не понял, что можно поместить. Может быть, очки можно было куда-то сюда поместить. Так. Чё, всё, мне просто сесть в машину и уехать или что? Ну я ж типа вырубил. У меня выполнилась ачивка выбраться из недружелюбного района, не побеждая босса. То есть его все-таки можно было победить как-то?
Посижу на лавке, подумаю о смысле жизни. Утро как раз. Гордон, ты живой, я так тобой горжусь! Спасибо, я ухожу. Ну и правильно, ты свою работу сделал на совесть, Гордон. Отключил нашу антенну и выжил в недружелюбном районе. Ты прям настоящий мастер. Не смейся надо мной, Рикки. Даже не думал. Кстати, пока ты здесь, можешь оказать нам услугу? Ну? Ты обошел всю нашу студию, кое-что разузнал о нашем шоу. Ближе к делу, Рикки. Вот я и подумал, может, ты согласишься с нами поработать? Что? Ну, там уже все старое, буквально часть развалится, там самим не починить. Да и вообще считаю, чтобы не помешала твердая рука. Шутишь? Гордон, ты меня знаешь, стал бы я, по-твоему, так делать? Ты носок вообще. Рикки, я простой работяга, ничего не знаю о том, как управлять студией. А я думаю, ты справишься. Вряд ли это уж настолько сложно. А если с вами произойдет то же, что с ними? Не думаю, что это от вас. Это от нас следует беспокоиться, Гордон. Ну так что, хочешь с нами дружить? Так, ну давай подружим с ними. А вот это вот, что это? Ну допустим. Ладно, давай попробуем. Может выстрелит. Ой, Гордон, я так рад! Будет просто здорово! Но жить здесь я не стану. Ну, это всегда можно обсудить. О, Гордон, спасибо, спасибо за то, что ты наш друг. Я так счастлив. Победу гу сказать, остальные становятся завтра вечером. Ага, ага, ага. Ну, не знаю. Все, договорились. Завтра вечером, до встречи, Гордон. Аривидерчи, покинуть. Чао, бомбино. Ох, Брайан, а что ж ты ввязался? Я помог куклам получить эфирное окошко на телевидении. Поздно вечером по будням, если честно, я сомневался, что кто-то будет их смотреть. Но спустя пару недель новость об возобновлении вещания разошлась по городу. У шоу до сих пор остались и фанаты, и ненавистники. Шумиха привлекла внимание в вещательной сети. И уже к концу года сразу три канала были готовы заключить с нами сделку на целый сезон. Тогда я решил, что моя часть работы выполнена и перестал появляться на студии по вечерам. Не знаю, наверное, просто не хотелось быть на виду. Я никому не говорил, что приложил руку к возрождению шоу, но те события до сих пор меня тревожат. Никак не могу о них забыть. Иногда по ночам ловлю себя на то, что гляжу в окно и думаю, как там поживают друзья. Вот, ребят, прошли наконец-то до конца. Интересно было бы, конечно, еще одну концовочку посмотреть. Как-то так у нас была игра My Friendly Neighborhood, мой дружелюбный сосед. Да, что-то я, кстати, реально с последней с камеры подзатупил, блин. Причем я вторую же видел такой, а все было намного настолько просто. Я вот не понял, а то, что я вот помогал всем, жабам там и так далее. Типа это вообще что-то мне дало или нет? Ну типа я просто помог, это, по-моему, даже на концовку никак не повлияло. Ну типа то, что я этому помог снизу, они перестают просто за тобой бегать и все. А ты им помогаешь уже под конец уровня. Типа, когда уже, по сути, тебе там делать нечего. Как-то так, как-то так. И я не понял, можно ли помочь птице как-то. Типа вообще таких вариаций не видел. Кстати, прям тут довольно-таки короткие субтитры, судя по всему. Может, тут что-то в конце покажут хоть. Так, время 4 часа 30 минут, отда смерть 24, сохранение, рейтинг Б. Нажмите любую кнопку. Все, жмем любую кнопку. Все, и... Новое меню читы, новое меню режимы, новый режим прохождения на скорость, новый режим свободная камера, новый чит бесконечные патроны, новый чит крохотный Гордон, новый уровень сложности ветеран, новый чит длинные руки, новый чит тройные враги, рэгдолл без соединений, голоса бурундуков, разные пули, большой ключ,
всякой фигни здесь что-то наткал. Вот это вот что, открыть? А, ну вот это режим, читы и так далее. Понятно, понятно. Причем, кстати, я эту игру, получается, я ее когда позавчера купил, снял. В смысле, сегодня я вообще вам сижу еще, снимаю это. Я не знаю, когда вы это увидите, потому что вообще только в понедельник. Я вообще сижу в четверг, вот с утра проснулся, да прошел. То есть последняя серия мне как раз оставалась. Я вчера уже примерно предвидел, что это, наверное, конец, скорее всего. Ну, нормальная, нормальная игрушка, что пойдет. Стоит ли она 990 рублей? Ну, или 890, скорее всего, нет. Ну, типа, нормальная, да, хорошая. Ну, типа, ну, я продал бы, не знаю, у нас там здесь, там, рублей за 400. То есть и тогда было бы смысл, как бы, да, нормас. Интересненько, да, что-то напомнил Биошок, еще что-то. То есть неплохая, да, пройти интересненько. Почему бы и нет? Какие-то эти. Почему ее никто не смотрит? Понятия не имею. Понятия не имею. Вот, как-то так, ребята. Все, ребят, на этом все. Поддерживаю своими лайками, своими комментами, что эту игру вообще никто не смотрит почему-то. Я думал, что она что-то вообще по чуть-чуть будет собирать, а ее вообще почему-то. То есть не зашла. Вообще очень странно. Странности какие-то. Вот, как-то так, ребят. Подписывайтесь на мой YouTube Дзен канал, на мой YouTube канал, конечно же. Все ссылочки есть в описании. На этом все, ребят. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Всем отличного настроения, всем удачи, пока. Всем, ребят, все, хорошего лета. Я вот тоже сейчас пойду отдыхать. Куда-нибудь что-нибудь делать, не знаю. На речку, может, пойду. Шашлыки, может, пожарить. Может, еще что-нибудь, в смысле. Все, все, ребят. Давайте, давайте, удачи, до встречи. Всегда ваш Леха Смертник. Давайте, ребят, покеда. Спасибо, что со мной. И не грустим, не грустим. Добро всегда должно оставаться с вами, в вашем сердечке. Увидимся.